Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Налог на самозанятых может не заинтересовать кировчан, так считает вице-спикер УЗС Владимир Костин. В нашем эфире он высказался по поводу введения с июля налога для самозанятых. Костин рассматривает его как способ сделать проще так называемый выход из тени, но опасается, что желания его совершать сейчас у людей мало. Ввиду последних событий с пандемией, ввиду того, какие меры поддержки государство оказывает предпринимателям, рискну предположить, что многие захотят остаться в тени для того, чтобы еще какое-то время налоги не платить. Здесь, конечно, позиция налоговой. Будет любопытно понять, насколько будут сурово применять какие-то меры тем, кто налоги привык не платить и еще решит подождать, при том, что вроде как возможность появилась. С июля показать свои доходы государству и платить с них 4-6% смогут репетиторы, кондитеры, фотографы, те, кто занимается ремонтом, оказывает бухгалтерские услуги или юридические, косметологические, работают в других сферах. Программа «Экономика». Что касается поддержки бизнеса, то в очередной раз власти дали повод для разговоров о том, что она невелика. Ко второму чтению в УЗС готовы поправки в законопроект о снижении ставок по упрощенной системе налогообложения в Кировской области, рассказал президент Фонда поддержки предпринимательства «Содействие» Олег Касин. Все поправки, за которые так боролись малый и средний бизнес и депутаты себя били в грудь, отклонил губернатор. Пройдет только самый жесткий вариант, по минимуму снизит налоги. А я вот за то, чтобы... Я понимаю, что это не решение региональной власти, а решение федеральной. УСН обнулить и сделать мораторий на год-то точно, пока там бизнес на ноги не встанет. И не бегать сейчас с проверками уж точно, и не дергать никого ни в какие органы, и не требовать заплатить налоги. Бизнес просил снизить ставку для тех, кто платит сотрудникам не 1,5 МРОТ, а 1, поскольку мало кто, по утверждениям предпринимателей, этому критерию может соответствовать. Кроме того, просили распространить льготы не только на 2020 год, но и хотя бы на 2021. Единственное, на что пошли власти, это снижение с 90 до 70% числа сохраненных во время пандемии сотрудников, как требование к налогоплательщику для получения льгот. Пострадавший от коронавируса бизнес может платить по УСН 1 или 5% вместо 6 или 15%. Экономика на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Работа любого предприятия в Кировской области в условиях угрозы коронавируса влечет дополнительные обязательства по дезинфекции помещений. Важно, чтобы дезинфицирующие средства были нетоксичными, безвредными для дыхательных путей и не имели запаха. Такое средство, созданное, как рекомендует Роспотребнадзор, на основе перекиси водорода, предлагает компания «Химвей», официальный представитель белорусского производителя. Средство имеет доказанную вирулицидную активность, полностью биоразлагаемо, не содержит хлора, альдегидов, фенола и производных. Его можно использовать в пищевой и перерабатывающей промышленности, а также в местах постоянного присутствия людей. «Химвей» обеспечит ваше предприятие дезинфицирующими средствами для уборки промышленных и торговых помещений. Подробности и заказ на сайте himway.ru. ООО «Химвей», ОГРН 119-43-513-186. Юридический адрес: Киров, Карла-Либкнехта, 67. «Экономика». Завершение валюты: доллар сегодня 68.62, курс евро 77 рублей 92 копейки. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.